Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мега Кул, мы продолжаем The Banner Saga, и четвертая глава, Рук, на нас напали, прям так сразу. Люди, которым мы вообще сказали, что давайте-ка мы вам поможем. Нас ожидает драка против, так, других противников с другими персонажами, сейчас нужно будет перестроиться мне. Значит, у нас есть лишь один товарищ, у которого сколько, 14 урона, ну да. Немного непривычно, но у нас сейчас и противники немного по-другому действуют. Так, один только здесь. Один на один. Две лучницы. Ох, это будет хорошо, а. С двумя лучницами мне нравится. Учитывая, что еще рук умеет стрелять, вообще класс. Так. И сюда, эти сюда, эти сюда. Да что ж такое? Сюда, сюда. Вот так. Поехали. Опять не хват... Мое любимое, когда не хватает буквально одной клетки. Но надо при этом пробивать. Ну, типа... Не знаю, что лучше. В принципе, не особо важно. Ух ты, страшно. Вообще. Только ты подошел вообще не туда, куда надо было подходить, чувак. Просто от слова совсем. Но это было неприятно, соглашусь. Опять же, нам не хватает урона, но... На этот раз... Я не это хотел. Вот. Забей. Эти мрази, которые формируют себе... Так, а лето у нас... Атакует всех воинов между лучником и целью. А, да-да-да, это клево. Мы переместимся, пожалуй. Просто урон наносить некуда, это какая-то катастрофа. Потому что щиты... Броня не снята. Вот в чем проблема. Ну, стреляли на 90, не знаю, может быть, снимешь ему хотя бы хп. Отлично. В смысле, я не хотела этого делать. Ты что, дура? Все ты хотела. Все правильно. Ну, здесь, видимо, придется драться пока что. Да тихо. Они просто еще, видишь, все не прокачаны. Тут броню-то... Пробивая, не пробивая, они, у них начальное пробитие брони один. Это катастрофа вообще. Когда начальное пробитие брони один, кто я сейчас? Ага. Я просто в тупую пойду драться вот сюда. Чем умеем? Кровавая дробилка. Серия ударов. Каждый удар случайным образом отнимает силу или броню. Четыре атаки, отнимающие по одной единице силы или брони каждая. К последнему удару добавляется плюс один за каждого стоящего рядом союзника. То есть я, грубо говоря, могу нанести там 4 брони, 4 силы. Слушай, ну это, кстати, неплохо. Сколько стоит? Одну славу? Блин, бей. Вот, минус 4 силы. Нормально. Как же правильно вы выбираете цели? Это вообще ужас. Так... Опять же, броню не пробить, потому что они стоят вдвоем тут рядом, твари. Можно пометить вот этого товарища, и тогда в него, получается, я думаю, Алета с Одлиев-то выстрелят. Ну, более-менее. Сказать, что это бесит, ничего не сказать. Так, убей. Одлиев сейчас, наверное, город стрелы сделает на... А, Одлиев, она... А, Одлиев это не Урса, да. Черт, я помню, что у нее тоже огонь, но он работает немного не так. Так, тогда забей. Тогда давай думать, кого мы будем сейчас стрелять. Мы будем стрелять... Вообще нет разницы никакой.
Давай сюда. Типа 7, но ну не знаю. Олет? А у Олета вообще пассивка. Делает то, что она делает. Сразу по двоим. Бесишь. Просто бесите своим выбором целей. О, 1-1 урона, ни хрена, никто не прокачан, нас здесь очень мало. Да, в сравнении, конечно, с той нашей командой тут вообще все просто пипец. Броню не снять, ничего не снять, урона не нанести. Задница какая-то просто. Знаете, мертвые, это даже не обсуждается. Ежу понятно. Ну-ка дробилку сделай. Может убьет. Отлично. Минус Олета. Этот не может больше одной славы тратить заход. Можно его пометить тогда. Стать, допустим. Нет разницы куда. Нет, я встану вот сюда. И его, по идее, тогда... Нет, я просто его ударю. Я не буду выпендриваться, я просто его ударю. Относительно фигня. Больно. Убей. Больно. Надо спасать Одлейв. Мне очень нравится дробилка, как вы поняли. Способность просто гениальная. Рандомная из тех, что я не люблю, но... Блин, работает. Как же тебе не хватает... Убей. Как-то мы много ачивок получили за этот бой. Видимо, я очень хорошо добиваю. Я предлагаю сделать что-то типа вот этого. Потому что они сейчас, конечно, будут ковырять здесь, да, но... Мало-то они знают. Что не хватит мне урона ничего пробить. А поэтому мы его отметим. Вот этого. И ему сейчас придет десяточка отсюда. Стрела отсюда. И вот он мертв. Повышение сразу двоим. Опыт сразу двоим. Сюда, да, в общем-то, стреляй. Все, как-то разобрались, короче. Придется опять отдыхать. Повышение получили как будто бы все. Просто и охотником я убил, и молотильщиком я убил. И небесный стрелок. Вообще. И Одлив с повышением, и Рук с повышением. И Могун. Хогун с ранением. Ну, тут мало что можно было сделать. И Олет с ранением. И еще. Да, и Вертош с ранением. Сколько у меня славы на этом паке? Не хочу признавать это, Рук, но ты прав. Мы не можем здесь оставаться. Если нас не убьют во сне, пройдет лишь немного времени, прежде чем драги прорвутся внутрь. Эти стены некому защищать. Вы увидели, что Олета смотрит на одного из головорезов. Он наклоняет голову на бок. Папа, мне кажется, он еще жив. Ивер поднимает его на ноги за тунику. Он стонет от боли. Снова этот человек.
Почему Акил пытался убить нас? Он же сумасшедший, дошло наконец. Зачем вождю Фроствеллера ставить сумасшедшего во главе своей стражи? Он вам так сказал? Он не передавал командование Экилу. Как только ворота закрылись, Экил вошел в тронный зал и зарубил вождя как нарвалы. Я видел это сам. Экил не был капитаном, вы посмотрите на него. Он играл с нами. Я не удивлен. Все это место смертельная западня. Куда же нам идти? Драги уже повсюду на юге, я уверен. Идти в Змей Клык через пустоши — единственный разумный выбор. Я знаю там кое-кого, кто сможет нам помочь. И драги, скорее всего, не будут преследовать нас по пустошам. В Великих Войнах они то так не делали. Потому что это смертельный приговор. Смертный приговор. Еда уже на исходе. Я знаю, где Экил держит свою провизию. Я скажу вам. Если вы возьмете меня с собой. Откуда ты знаешь, где находится провизия? Экил приказал нам подкармливать беженцев. Зачем ему это? Он думал, что если драги найдут живых, они оставят город в покое. Это самое худшее. Найдите провизию, и найдется много воинов, которые тоже жаждут уйти отсюда. Это может решить несколько проблем. Да, и если нам повезет, то я еще и получу шанс проткнуть кинжалом Экила. В любом случае он это почувствует. Когда у него внезапно кончится еда, его планы слегка изменятся. Как тебя зовут? Онев, почему ты... Просто хотел узнать, чье лицо я разобью, если что-то пойдет не так. Так, мы можем... в общем-то, ничего. Так, давайте посмотрим по прокачке. У нас 47 очков славы, это очень-очень хорошо. Так, причем отдохнуть мы не можем, естественно. Кого мы качаем в первую очередь? Ну, мы прокачаем всех, но Одлиев я точно хочу, чтобы могла... Что я хочу, чтобы она могла? Она, кстати, очень хорошо прокачана изначально. Плюс одна сила, пробой. Ну да. Значит, я хочу, чтобы две брони она пробивала, это точно. Всем броню. Я сейчас в первую очередь всем броню прокачаю. Так, ну и больше урона наносила. Дальше, значит, рук, который почему-то не прокачанный. Он получает повышение на пробитие брони на 3. 2 единицы урона броне, атака всеми союзниками. 2 единицы урона броне, атака всеми союзниками. А, окей. Так, и, соответственно, Могун тоже получает такое же повышение. 2 брони. 11 урона. Как раз кровавая дробилка у него. Так, Хогун у нас сидит. А Хогун, он тоже молотильщика, не одинаковые. Так, мы вместо Хогуна поставим Онифа. Он что может? Он проныра. У нас такого еще не было. Но это типа рывок. Выбирает цель и бежит к ней, нанося 2 единицы урона броне всех воинов, через клетки которых пробегает. Останавливается за спиной выбранной цели и бьет ее в спину, нанося обычный урон силе. Способность позволяет двигаться через клетки. Угу. А стена щитов, стоя рядом с союзником, создает стену щитов, укрепляя свою броню и броню союзников на одну единицу на все время. Укрепление действует все время, что герой стоит рядом с союзником. Если рядом стоят несколько дружинников, эффект умножается, поскольку каждый из них дает бонус всем остальным. 4 дружинника, стоя квадратом, получают B4 дополнительных. Офигенно. Ну вот придется идти таким составом. Потому что я так понимаю, что отдохнуть мы не можем. Да. Что-нибудь купить? Провизии. Тупо на все деньги. Но не. У нас есть на 12 дней, учитывая, что мы сейчас идем как раз отбивать провизию. Что, кстати, здесь? Отражение 2 силы плюс 1 лиза убийства. 10% к вероятности нанесения критического урона. Плюс 1 агрессия. Плюс 2 воли за убийство. Плюс 2 брони. Блин, мне нравится вот это. Оно стоит не так дорого. 4 единицы славы всего, у нас их 32.
Я не знаю, что такое агрессия, правда? Что такое агрессия? Потому что я бы поставил... Я даже знаю, кому бы я поставил. Я бы поставил Одлейв. Чтобы она критовала иногда. Что такое агрессия? Хрен пойми. Ну ладно. Поехали. Он ведет вас к неземному зданию. Это они, говорит он, находящимся внутри стражникам. Те опускают оружие. В потайном подвале вы находите огромные запасы провианта и всякие всячины. Берите, сколько унесете, ворчит он. Несколько ходок, чтобы забрать все, что получится, и уйти, забрать все, что получится, уничтожить остальное. Совершить несколько ходок, чтобы забрать все. Я думаю, мы справимся с кем бы там они на нас не вывели. Вытаскивание всех припасов из подвала занимает больше времени, чем вы ожидали. Каждую секунду вы ждете, что-то из-за угла появятся люди и Кила. Вы слышите крики, а опасения становятся реальностью. Вы зовете всех на выход и сами выбегаете из здания навстречу приближающимся врагам. Там мы их размотаем. 140 припасов. Ха-ха. 140 припасов, они сейчас у меня гребать будут. Так, мы поставим в том же самом количестве, в котором есть, чтобы... Дальние ходили первыми, чтобы сразу подснимать уровень угрозы. Ну и поехали, да. Сейчас снесем. Никакой опасности эти твари нам не представляют. Это что вообще такое? Кто эти люди, господи? Что у них с уроном? Так. Вот так. Там лучница есть, к сожалению, одна. Поехали. Добыть того не может, серьезно. Как вы думаете, как он побежит? Какая клетка наиболее опасна? Я думаю, это. Ну вот в плане вот эти, они же могут пойти вот по такой траектории, правильно? Только здесь. Как раз, да, вот сюда я сейчас пойду. Сделаю ровно ничего. Просто по урону. Но фиг с ним, пробивай. Надо было кому-то другому, наверное, конечно, давай. Рук сразу идет воевать сюда. Вот с пробитием брони сейчас дело пойдет. Вот, отлично. Хорошо, хорошо сгулял. Лучницу сразу просто на вынос отсюда. Сразу. Можно ее затаранить еще, кстати говоря. Ну да ладно. Просто сразу лучницу вон. Урона маловато. Броню фигня. К сожалению... Мало что можно ему снести, вот в чем проблема. Но он не скоро пойдет, не критично. Эти сейчас руку будут бить, но я ему на помощь отправлю, кого надо. Далековато стоит, дебильная вот на самом деле в этом плане. Это что за движение такое? Ну ладно. Так, Одлиев. Одлиев у нас... А Лето опять страдает, конечно. Сюда надо встать, чтобы... Броню. Броню, а Лето... Отходит максимально назад. Стреляет в чувака. Фигня полная. Так. Тупо ноль урона. А, ну потому что чувак там... Чувак встал в щит, да, у него, блин, там стратегия. Великая. Ты заколебал фокусить самого слабого, чтобы просто нанести ранение. Все равно же умрете. Как вот... Вот реально, вот им просто надо это сделать. Постоянно. Зафокусить самого слабого. Реально, искусственный интеллект здесь что-то понимает. Он... Тут искусственный интеллект играет почти как человек. Это... Даже уже не знаю, хорошо это или плохо, блин. А, мы знаешь, как сейчас сделаем? Мы встанем...
Вот сюда. И потому что там стоит туалет, я не... Честно, бред, но ладно. Хорошему, конечно, оно игнорить должно, но почему-то нет. И этот все же решил, что он все-таки может бить. Вот тварь, а. Что может Одлиев сделать в этой ситуации? Да ничего она не может. Все у нас огребут сейчас. По максимуму. А Лето мертва. Сука, ты серьезно? Ну ты серьезно? Ты пошел на минус 7 в... Бля, класс вообще. Гениально. Ну, типа... Херани, не знаю. Она мертва в любом случае. Нормально. Офигенно. Он пошел Одлив добил. Класс вообще. Я не сомневался. Подожди, он просто подошел и встал. Возможно, он дает мне шанс сейчас. Типа, убей. Просто потому что... А, этот убьет, все равно, понятное дело. Я даже не сомневался. Вот этого не убить. Типа, как? Никак. А так? Не, у него максимум устойчивости, охренеть. Ну ладно, я попробовал. Там просто ничего не написано про способности, поэтому я подумал, типа, ну может быть. Рук переходит тупо научника сейчас. Конечно, в этой ситуации ты решил вот поступить именно так, да. Хорошее решение. Рывок я не добегу, да? Я все равно его сделаю, чтобы переместиться туда. А, надо типа так. Вот тогда удар, но он вообще того не стоит, мертв. А этот еще. Все, побоище пошло. Да, недостаточно силы воли, конечно. Сейчас недостаточно силы воли. А, не дойду. Чисто брони дам. Умри. Ну такое. Ну, я говорю, просто все такие слабые сейчас. Не прокачанные. Со второй главы еще. Но есть и повышение, есть ранение. У нас столько припасов, что мы отхилимся. Я думаю, вообще без каких-либо прям потерь серьезных. Плюс 140 провизии нашли. В порядке, правда, вредности, оно все должно быть отравлено опять, но... Вскоре полки пустеют, когда вы поворачиваетесь уходить, вам на глаза попадается ценное на вид ожерелье с темно-зеленым камнем. Вы решаете взять его себе. Онев уводит вас и своих черных воинов, черных верных бойцов из города, пока не появились другие враги. Земля перед Фроствеллером усеяна трупами и драгами. Вы раздумываете, как лучше уйти. Просто уйти. Просто валим к херам отсюда и все.
Чё, кто у нас там офигел от жизни? Все офигели от жизни. Ну, кстати, по ранениям не все так плохо оказывается, блин, чё. Ранение на один день, лол. Хотим ли мы тратить 15 на прокачку Ивера? Наверное. Наверное, хотим. Мы хотим, чтобы он наносил максимум своего урона. И чтобы при этом у него было больше брони. Онив, который мне, ну, более-менее понравился, кстати. Не знаю, у него вроде как и урон есть, и и броню он теперь ломать будет. Прекрасно. Как-то так. На маркете что-нибудь новое интересное появилось, нет? То, что уже было. У нас дохрена провизии. У нас не так много людей. Валим. За воротами творится полный хаос, драги повсюду. К счастью, они маршируют вокруг холма, на котором стоит Фроствеллер. Направляясь на юг... На котором стоит Фроствеллер, направляясь на юг, и, кажется, не заинтересованы следовать за вами через пустоши. Вы наконец-то покинули Фроствеллер, однако у вас появилась масса новых хлопот. Вы надеетесь, что знакомый Ивера в Змеи Клыка не откажет вам в помощи. Там появился разговор, что? Там был разговор, стой! Чё? Там был разговор, я не думаю, что он на что-то сильно влиял, но... Это странно. Караван увеличился сверх всех ваших ожиданий. Вы постоянно выслушиваете обвинения в краже кур и семейных реликвий, а также беспокойство от целомудрия дочерей. Даже бойцы жалуются на то, что колонна слишком растянута, чтобы защитить всех. Что? Ну... Давай попытаемся решить самые серьезные проблемы. Животных разделим поровну среди всех членов каравана, говорите вы. И все будут держаться теснее, чтобы не добавлять работы воинам. Выполнять распоряжение трудно всем, но все-таки проблем становится значительно меньше. Окей. Ну, плохое настроение, ужасное настроение. Мы отдохнем. У нас есть на это припасы. Буквально пару дней. 3 дня. Ну, уже хорошее настроение, все поели, нормально. Просто уймись на некоторое время, люди все замечают. О, они замечают, неужели? Мы каждый день на грани смерти, а ты хочешь, чтобы я унялся? Боже мой, да мне нужно вдвое больше полей вспахивать, понимаете, о чем я? Понимаешь, о чем я? Я не хочу, чтобы из-за тебя нас выкинули из каравана, Могун. Страдаешь не только ты. Ну, конечно, ты ведь женился, завел детей. Теперь я что, тоже должен остепениться? Что случилось? Братья замолкают, когда вы приближаетесь. Это верно, мне нужно заботиться о ребенке. Охлади свою голову, Могун. Хогун уходит, оставив Могуна стоять с нелепым видом. Рук, что привело тебя сюда? Услышал крики, пришел узнать, в чем дело. Ты прибегаешь на каждый крик. Наверное, потому ты и выглядишь таким усталым. Слушай, это не тайна. Мне нравятся женщины, Рук. Им нравлюсь я. Им нравится шрам. Пф, ладно. Видишь, что происходит вокруг? Сколько смертей. Каждую ночь половина этих людей плачет перед сном. Жалкое зрелище. Ты серьезно, Рук? Будь честен, это хорошая жизнь. Многие пашут от рассвета до заката, не разгибая спины. Разве это жизнь? Нам повезло. Можно было бы всю жизнь прожить без цели, без предназначения, не сражаясь ни с чем, кроме голода и скуки. Я благодарен за все это. Понимаю, о чем ты. Посмотри на это так. Мы сражаемся насмерть почти каждый день, верно? Ты можешь свернуться в маленький испуганный клубочек, можешь спрятаться в лесах, поедать орехи и закопаться в листву. А другие находят радость в борьбе. Ты знаешь, что я выбираю. Ладно, просто знай, я не буду подкатывать к Олете, обещаю. Или Одлиев, они твои. Я ценю это, Могун. Вы уходите не в силах сказать, в какую сторону изменилось ваше мнение о Могуне. Ладно. Это было странно. Продолжаем.
Настроение с каждым днем, конечно, жопа. Караван гудит от беспокойства, кто-то заметил множество темных фигур, следующих за вами на расстоянии. «Драги!» — кричит одна женщина, но что-то вам подсказывает, что они выглядят не совсем так. «Проклятие богам!» — хребет Онов, поднявшись на одну из повозок, чтобы лучше видеть. «Хуже, чем драги! Это Экил!» Новость распространяется среди людей, словно лесной пожар. «Экил? Зачем ему?» Начинает Одлиев. «Если только он не гонится за тобой, Онов». «Он чокнутый», — перебивает Онов. «И непредсказуемый. С ним немало воинов. Ваш разум мечется, раздумывая, что делать». «Попробуем его обогнать». «Марш!» — кричите вы, подгоняя йоксов. «Караван ускоряет ход, и вы надеетесь обогнать их». «Не прошло и часа, как вы поняли, что это бесполезно. Вам никогда не убежать от группы тренированных воинов, жаждущих мести. Когда Экил и его воины начинают приближаться, вы останавливаете караван». «Пойдем с ним поговорим». «Онов и ваши союзники покидают караван уверенным шагом. Мы можем решить все мирно», — кричите вы, когда он подходит. «А, Рук, мой добрый друг», — отвечает он, бросая свой топор на землю. «Мы пришли разговаривать, а не убивать». «Да, ну давай поговорим». «Почему я должен верить хоть одному твоему слову?» «Рук, мы были добрыми друзьями, что случилось?» «Ты пытался убить нас, возвращайтесь во Фроствеллер и оставьте нас в покое». «А, Рук, это твоя красавица, я рад, что с ней ничего не случилось». «Я про драгов, конечно». «Друзья мои, как я мог забыть все то, что вы для меня сделали?» «Ворвались в мой город, забрали моих воинов, забрали мою еду, затем убили несколько человек, чтобы забрать побольше еды. Очень мило с вашей стороны. Забрали одного из моих лучших людей». «Как у тебя дела, Онов? Хорошо они с тобой обращаются?» «Заткнись, Экил. Если ты пришел убить меня, давай быстрее с этим покончим». «Ничего подобного. Должно быть, ты думаешь, что знаешь меня, или таких, как я». «Что Онов сказал тебе? Что я сумасшедший?» «Я выжил не потому, что я сумасшедший. Я делал то, что нужно было делать, чтобы выжить во Фроствеллере. Я ошибся только с тобой». «Что ты за человек, Рук?» «Мне ты кажешься средним человеком. Человеком, который, может быть, беспокоится о своей дочери. Просто пытается выжить. Но я смотрю за твое плечо. Сколько же там людей? Они идут за тобой, сражаются за тебя. Почему? Что ты за человек?» «Я стараюсь изо всех сил, как и все остальные». «Мы все стараемся изо всех сил. Почему ты стал их командиром? Почему они все уважают тебя? Кто ты в глазах этих людей? Ты спас их? Ты герой? Может, это даже важнее, чем то, кто ты на самом деле? К чему ты клонишь, Экил?» «Я твой пленник, Рук. Свяжи мне руки». «Фроствеллеру конец. Я не могу выжить там благодаря вам, мои добрые друзья. Хоть вы и не перерезали мне горло, но вы вынесли нам смертный приговор. Я не верю, что ты такой». «Ты что, так извиняешься передо мной?» «Ты не можешь мне доверять, я знаю. Возьми меня и моих людей пленными, если нужно». Экил смотрит на землю и медленно произносит слова. «Я не гордый, могу и поумолять». «Что думает Онов?» «Я был бы лицемером, если бы сказал тебе оставить их». «Я не знаю, Рук, ты знаешь меня. Как ты можешь доверять моему слову больше, чем его? Я поддержу любое решение, которое ты примешь». Блин, решение на самом деле вот на уровне опять рандома, то есть, как бы, я не знаю, что потом будет происходить, если я их возьму, да, ну просто я не знаю, и поэтому я как бы не могу рационально сделать выбор, просто потому что я не знаю потенциальных последствий, и все, ну как бы. Ну, наверное, да, я не буду их оставлять. Потому что это люди, и некоторые из них, может быть, будут и на моей стороне в итоге. Взять их в плен — это много контроля. Позволите Килу, давайте с вами на строгих условиях, не знаю, попробуем. Нам нужны бойцы. Вы будете драться с драгами вместе с нами. Теперь вы сражаетесь не только за себя, а за всех. И если ты не так взглянешь хоть на одного мужчину, женщину или ребенка в этом караване, я не буду мешкать, а убью тебя на месте. Ты оказываешь нам больше чести, чем я надеялся, Рук. Твои люди правы, что следуют за тобой. От нас не будет никаких проблем. Возможно, я безрассуден, но я плачу по своим долгам. Ваши люди им явно не доверяют, но пытаются смириться с вашим приказом. Наверняка скоро последуют жалобы, положение, безусловно, осложняется.
Ну, то есть, вот люди недовольны от того, что я их взял, и я не знаю, что именно произойдет в итоге, когда... Ну, то есть, какой-то... Может быть, это какой-то его план, а он сейчас будет какую-то диверсию устраивать, я не знаю. Это просто все не исключено. У Божьего Камня вы находите удивительно многолюдный лагерь. Как выясняется, эти люди находятся здесь уже долгое время, с тех самых пор, как остановилось солнце. Очевидно, они считают, что Радармир, бог солнца, вернулся и поклоняются ему, невзирая даже на пасмурную погоду. Они приветствуют караван, завязывая разговоры и рассказывая истории, пока вы отдыхаете. У них нет почти ничего ценного для обмена, но их предводитель предлагает вам принять участие в их ритуале. Спросить, что это за ритуал? «Гулин Файри», — говорит один, показывая вам золотую жидкость в серебряной чаше. Он мажет жидкость себе на грудь, при этом раздается шипящий звук и сквозь зубы объясняет, что это подарок от бога солнца, масло, которое горит, как солнце, и позволяет видеть вещи ясно. Заинтересован кто-нибудь этим в караване? Что неудивительно, желающих не находится. Насколько фанатичным надо быть, чтобы добровольно это делать, думаете вы? Давайте осмотрим Божий Камень перед уходом. Никто не знает, как выглядел Радармир, так сильно он любил уединение. Он никогда не входил в прямой контакт с людьми. Многие думают, что он был змеем, жившим на солнце, и нередко можно услышать рассказы о хвосте огромного существа, мелькающем сквозь перистые облака в солнечный день. Радармир всегда был одним из богов процветания, тем, кого люди благодарят за хорошую погоду, здоровый скот и обильный урожай. При этом его камень находится посреди пересохшего озера, и этот контраст является одной из самых больших тайн. Немного отдохнув, вы продолжаете путь. Последователи бога солнца решают остаться, а вы пакуете свои пожитки и продолжаете путь. Ну, наверное, если бы я поучаствовал в этом ритуале, тогда, наверное, кто-нибудь из них, может быть, присоединился бы к каравану. А припасов все меньше и меньше. Типа 27 дней... Люди заметили черных грифов, которые кружат над караваном под прикрытием легкого снегопада. Они не представляют никакой угрозы, но серьезно портят настроение вашим людям. Оглянувшись в следующий раз, вы видите, как Одли выпускает стрелу за стрелой, пару раз едва не сбивая птиц. «Проваливай, здесь мертвых нет!» — кричит она непонятно кому. Помочь ей стрелять, попросить ее прекратить тратить стрелы. «Что ты делаешь?» А на что это похоже, Рук? Учебная стрельба. Она выпускает еще одну стрелу, и с неба падает стервятник, из которого торчит стрела с синим оперением. Смеясь, она поднимает птицу и осматривает ее оперение. «Слушай», — говорит Одлиев, осматривая караваны, — «ведь многие из этих женщин могли бы это делать. По выражению ее глаз, вы понимаете, что эта идея приводит ее в восторг. Думаю, мне стоит начать обучать их», — говорит она. «Пусть». «Нам всегда пригодятся новые бойцы», — говорите вы, Одлиев. «Если судить по Олете, ты знаешь, как обучать лучников». Одлиев улыбается вам. Она уходит показать женщинам стервятника, которого она подстрелила. Ты такая радостная, знаешь, такая: «Смотрите, я убила». Но да, бойцы нужны. Типа, у нас 353 человека, но они драться не могут. У нас из бойцов только, блин, 140. Ну, это такое себе. Группа широкоплечих мужчин в грубых плащах приближается к каравану. Это могут быть бандиты, слышите вы чьи-то слова, и эта новость быстро разносится по каравану. Один из незнакомцев подходит и говорит: «У нас кончилась еда, не откажи нам в помощи». Его холодный взгляд абсолютно непроницаем. Вы раздумываете, как поступить. Не предлагать еды, но сообщить им о драгах. Спросить, что они тут делают, оказаться помогать, предложить им провизии несколько дней. Спросить, что они тут делают. Мужчины нервничают, и в ваших руках появляется оружие. Ваши воины делают шаг вперед, как вдруг главарь поднимает руку, громко говоря: «Последние люди, которые задавали нам вопросы, пытались нас убить. Пытались. Давай не будем усложнять. Ты поможешь нам или нет?» «Сражайтесь за нас и зарабатывайте свою еду».
Мужчины выглядят удивленным вашим предложением. Недолго думая, они вступают в ваш караван и начинают делиться рассказами и выпивкой. К сожалению, меньше чем через сутки вы обнаруживаете, что они исчезли вместе с ним, бля. О, рандом, спасибо. Я прям знал! Да-да. Они могли этого не делать. Они могли... Ну, то есть, понятно, что они могли это сделать, но они также могли этого и не делать. И в этом вся проблема, понимаете? В том, что мой выбор. Кто-то ворует провизию из повозок, говорит вам обеспокоенная женщина. Сама их вчера посчитала, так и есть. Если так пойдет дальше, мы скоро начнем голодать. Давай разместим дополнительных часовых припасов. Чтобы предотвратить дальнейшие кражи, вы скрытно ставите верных стражников у повозок. Вы слышите, как некоторые обсуждают усиление охраны, но никто пока особо не беспокоится. Так у нас уже украли, все, понятно, кто это был. Разве нет? Вроде как все понятно. Wormtor was never the kind of place someone would build a town. Fittingly, the Var living here aren't known for welcoming visitors with open arms. Варлы находят вас первыми, что неудивительно, учитывая размер каравана. Обнажив оружие, они требуют знать, что вы здесь делаете, но успокаиваются, когда Ивер говорит им, что им пришел навстречу, что он пришел навстречу с кем-то по имени Крумр. Черт меня подери. Крумр, давно не виделись. Это точно. Что же привело в Змеи Клык Ингвара? Да не одного, а с целым табором людей. Плохие новости. Драги идут с севера, мы с трудом добрались до сюда. Это плохие новости. Идем, у нас есть еда, поговорим в трактире. Следуя за старым варвом в небольшое поселение, вы слышите, как он говорит в полголоса. Если бы это был кто-нибудь другой... То что? Я уже поговорил тут с воинами, буду откровенен. Половина хочет отправиться на север и выяснить, что случилось в Блоцбалкре. Кое-кто думает, что нам стоит идти в Гровхайм. И никто из них не рад встрече с вами. А что думаешь ты? По-моему, я остался бы здесь и встретил драгов. Но из-за вас это проблематично, понимаешь, о чем я? Мы не можем долго кормить такое количество людей, даже если они не будут много есть. Это город варлов. Большинство из нас сами о себе заботятся. А с вами женщины, дети. Мы могли бы помочь сделать это место пригодным для жилья. Так не получится. Эти варлы находятся здесь, чтобы уйти от цивилизации, а не создать ее. Пусть Крумары решают. Уже скоро драги сюда заявятся. Да, скоро. Нужно доложить Йорундру, что происходит. Кто такой Йорундр? Король варлов. Так у вас называется эта роль. Ингвар, где ты нашел этих людей? Оставайтесь здесь и отдыхайте, но как только будьте готовы, мы выступаем. Я провожу тех, кто собрался на север. Но я пойду с вами в Гровхайм. Снова в путь? Нет, мы уже зашли так далеко. Хватит дуться, девонька. Даже если Йорундр не станет слушать такого старого уставшего варла, как я, что-то подсказывает мне, что он прислушается к твоему другу Ингвару. Он выслушает Ивера? Ха-ха, он вам не сказал? Ну, разумеется, нет. Делайте то, что необходимо, но не задерживайтесь. Тайны. Что по прокачке? Я сейчас потрачу все деньги, которые есть на... Все деньги, блин, 16 славы, ага. Давай хотя бы, чтобы 30. А 30 это в ноль. Ну давай в ноль, да, закупимся. Крумр, можешь уделить минутку? Вообще-то нет, но я попробую. У меня не было возможности поблагодарить тебя за гостеприимство. Считай, что я поблагодарил. Как ты заставил всех этих варлов выполнять свои приказы? Уважение, юнец. После Второй Великой Войны мне особо нечем было заняться, поэтому я начал учить других варлов драться. Устал от этого, обосновался в Змеи-Клыке. Они продолжают приходить ко мне даже в мирное время. Но кажется, ситуация меняется, не так ли? Так кто же такой Ингвар? Ага, я не удивлен, что он с тобой не поделился. Я лишь удивлен, что он вообще может кого-то выносить. Как-то давно твой друг был одним из нас, я имею в виду убийцей драгов. Тогда его звали Ингвар. Если хочешь знать, почему он поменял имя, лучше спроси его сам. Я слишком стар, чтобы разносить сплетни.
Бьюсь об заклад, ты можешь рассказать много интересных историй. Возможно, возможно. Или я могу тебе показаться самым скучным варлом на свете. Зависит от того, насколько ты любишь убивать драгов. Расспроси меня потом. Может быть, расскажу тебе про тот случай, когда мы наполнили мертвого Йокса китовыми зубами. И почему. Дашь совет, как драться с драгами? Зависит от того, сколько ты знаешь. Они все состоят из брони, но если ударишь достаточно сильно, она разлетится на осколки. Построй драгов в шеренгу, и они будут взрывать друг друга, как домино. Когда ввязываешься в крупный бой, то половину времени тратишь на то, чтобы их расставить. И если увидишь, что он стучит своим топором, как камертоном, убей его быстрее. Иногда драг, которого он вызывает, даже не успеет появиться. Удачи тебе, друг Ингвара. Ну что ж, это было занимательно. Отдыхать мы, ой, будем. Чтобы настроение было хотя бы нормальное. Вот, ну а продолжать будем уже в следующей серии. На этом пока что все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. А мы увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.